Кверквелия. Гогуа. Так замахивал, чтобы все поверили, что будет удар по воротам. Нет, ну если бы это был Сергей Игнашевич или Андрей Коряка. В такой позиции у Гогуа не настолько мощный удар. Ну! 1-0! Асатиани, Малхаза Асатиани 1-0! Отробил именно Гогу. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Да, Гогуа пробил. Настолько был мощный удар, что просто не удержал мяч. И Малхаза Асатиани, посмотрите, как технично он шел на добивание. Он ударил мячом в газон, и тот вот по такой скачущей. Еще раз смотрим, вот такой интересный план нам предлагают. Ну что показывает Розетти, что надо перебить? Басинас. Налево на Карагуниса. Пытается Карагунис сделать прострел и делает. И очень опасно. Басинас. Гол. Вот он, шестой номер Ангелос Басинас. Вот вам, пожалуйста, какой удар. Увидел его, наверное, в последний момент, и посмотрите, уже не сумел среагировать, только провожал его взглядом. Не было смысла бить его вот так сильно. Вы знаете, по прическе действительно похож и на Капсиса, и на Басинаса. Футболист сборной Греции, наносивший удар. Да нет, это... Вот, пожалуйста, и второй гол, пока нам показывали. Повтор, сборная Греции выходит вперед. Янакопулос. Забить мяч. Смотрите, снова длинная передача. Басинаса вперед. Нет, Янакопулос сбрасывал мяч. И кто там? Користеас есть? Бризас. Бризас? Бризас сместился с фланга в центр и успел на этот сброс, посмотрите. И головой в дальний угол, и опять Ломая был бессилен. Такая трехходовка. Передача. Да, может быть, мы с вами, Андрей, слишком рано спели. Дисциплина, дисциплина. То, чему их так здорово научил Отто Рехагель. Вот, а это совершенно... Неоправданная как раз ошибка со стороны Малхаза Асатиани. Какой-нибудь хотел выполнить пижонский номер, но не пролетел мяч. А вот такая нацеленная передача, Ломая. И 3-1, Янакопулос. Да. 3-1. Вперед выскакивает здесь Христес, Басинас не дотягивается до мяча. Но... Нет, это Бризас выскакивал, 15 номер, а передачу делал Загоракис, капитан команды. Не совсем четко действовал в этом эпизоде Георгий Ломая, не смог он зафиксировать мяч. И Стилянос Янакопулос был первым на добивании. А вот футбола в Грузии, вот посмотрите еще раз, как забивал Янакопулос.